Всем привет, YouTube, привет. Та же Mazda и почти на том же месте вмятина. Удивительно. А где-то человек, видно, паркуется. И там народ неаккуратно открывает двери. Ну, в общем, опять та же дверь. И повреждения почти на том же месте. Вот повреждение было раньше. Вот здесь такой же был залом, теперь то же самое, но рядом. Ну что, будем делать. Вот она, наша вмятина. Вот рядом как раз то старое место, где было повреждение. Ну, машинка у нас беленькая. Вот выделываться тут до идеала смысла нет. Поэтому я оставил так. Ну, а с другой стороны, а что тут такого? Все ровно. Ну, какие-то пупырышки маленькие. Ничего страшного. Вот. Начинаем делать клеем. А там посмотрим, как будет выходить. Как я и говорил. Вот. Потихонечку. Сейчас будем дергаться клеем. Вот практически наверху уже. Работа сделана, можно сказать. Заломчик уже получился. Там еще чуть-чуть надо доработать. А снизу еще надо продолжить работу. Сейчас резкость наведется. Чуть-чуть еще наверху есть тут. На самом конту. Вот он, залом. Ничего, сейчас доработаем и его. Ну, теперь я перехожу вот сюда, на низ, в эту вмятину. Буду ее делать, доделывать вернее. Так, резкость наводить. Вот наша вмятина. И вот то, что было. Заводись. Не хочет, что такое. И вот такая она была. Уже чуть получше стало. Вот она еще раз. Ну, еще надо дорабатывать. Сейчас продолжим. Вот так вот в увеличении. Заломчик на ребре есть, его надо делать. Но так, конечно, уже заметно на улице не особо будет. Вот еще что осталось в лампе, видно. Ах ты, глазом видно. Вот беда, это надо убирать. Металл просто в складку пошел. Так-то на ребре уже вот у нас меточка есть, по ней видно. А вот это надо убирать. Так, попытаемся увидеть сейчас. Вот оно, это место. Вот она, наша меточка. Вот. Куцочки.
Все равно чуть-чуть вот видно. Ну, сейчас доделывать будем. Развязался узелочек наш, так как хотелось. Вот еще чуть-чуть там есть. Сейчас я доработаю. Каплику тут есть немножко. Ну, в принципе, уже нормально. Доработать чуть-чуть надо, и будет хорошо. Вот что получается. Еще есть вот она складка внизу. Вот она. И вот наверху. Тут чуть-чуть. Вот так вот еще пару грибочков надо вытянуть эти складки, чтобы все было ровненько. Вот так это видится сейчас. Теперь их надо просто забить на место. Еще один нюансик тут у нас. Чуть-чуть надо подвыдернуть. Вот оно наше место. Вот она у нас как меточка есть. Ну, опять же посмотрим, было вот так. Вот стало вот так. Вот. На конту, конечно, видно немножко, но это мелочи жизни, я так подозреваю. Ну что, хозяин, скажешь? Ты доволен? Отлично все, доволен. Молодец, что доволен. Как говорится, обращайтесь, если что. Чуть-чуть, конечно, пожеванность видна, но... Это видно в лампе при увеличении. Вот. А так на улице на белой машинке вряд ли. Вот все на улице у нас. Получается. Раз покажу на финише, вот так было. Вмятина где-то было длиной сантиметров 10,5-11 в длину. Ну вот, всем спасибо за внимание. Пока-пока.